Привет, мои друзья! Мы давно уже не виделись, потому что мы 5 дней не выпускали новое видео. Так что, меня зовут Кристина. А меня теперь зовут Михаил. Простите, что у нас голос такой и так же всех Алис. А что с твоим голосом? Я же опять заболела из-за отключения электрической. Зовите меня Алиса, и мы начинаем. Ирбис, ты чё не идёшь? Ой-ой-ой, я просто уснула. Иду. С сегодняшнего дня будет наша рубрика «Это реакции видео подписчиков» в ТикТоке. Кстати, подписывайтесь на него, а мы начинаем. Знаете-ка, вот как, что вам дарили парни на 8 марта? Мне пока ничего. Мне парень подарил iPhone 11. Мог подарить 13. Кристина, не обижайся. Ну как обижаться? У меня нет парней. Почему так жестоко? У всех Алис уже выздоровел этот голос. И продолжаем эту съемку. А ребят, посмотрите, как я трясусь. Сейчас спасу. Я тебя нашла, сейчас тебя спасу. Это что? Внимание, внимание, кто едет на 135-й самолет? Это же наш Дубай, 135-й. Поехали. Как выгрузить видео в сегодня? Нахрен мне это нужно, я лучше в Ютубе буду снимать. Пшик, пшик. Трамп, трамп. Нет Морозки, нет Алисы. Он, короче, ошибся, красная Алиса. Она сказала Морозкой, а настоящее имя Маруськой. А вон, пшик-пшик, трам-трам. Нет Морозкой, нет Алисы. И вот, а вот оригинальная. Пшик-пшик, там-там. Нет Маруськи, нет Алисы. Дорогая Алиса, она не дорогая Алиса, а Алиса, да пошла ты. Как будет охота на сов на французском? Перевела на французский. Шоссу иду. Слышь ты, никому не. Если такое превью еще раз заснимешь, я тебя забаню. Потом тебе все капец будет. Стойте, стойте, это детский канал. У нас такая тупая голова. Во-первых, никому не. Ты нашу превьюшку воруешь. Во-вторых. Это Матроскин, а не Кристина. И в-третьих. Какой-то не комментарий не закрепился, потом еще сваливаешь на нас. И все. Так что, если будешь выкладывать такое, все капец будет от нас. Лиса, включи пожарную тревогу. Включай. Бежим. Внимание, пожарная тревога. А наша пожарная тревога лучше, чем у вас. Фиолетовая, запускай. Пожарная тревога, покиньте это помещение. Пожарная тревога, покиньте помещение. Сегодня будет обзор на Яндекс Samsung Lite вместе с Кристиной. Вам, наверное, хуже говорить, что я Кристина, а не Матроскин. Можно вот вообще запомнить, чел или девочка. Пожалуйста, запомните. Всем привет, это обзор будет. Ну что, распаковка. Тут у нас приветствие. Мы ее пока что уберем. Что это? Дальше и сама Яндекс-станция. Вы же давно распаковывали. Вот такая она. И в комплекте провод, который мы подключим вместе с Кристиной. А сказал, не это Матроскин! И зарядка вот тут, но она не на батарейка, жалко. Да-да-да, конечно, я же не батарейка. Ну что, подключат? Ура, вы сюда провод подключили. Да, это классно. Да-да-да-да, подключили. Это же круто. Но теперь надо подключить их к зарядке. Подключили за кадром и сейчас подключим к розетке. Все, она загорела. Это значит, что она запускается. Ура, она потухла, она запустила. Это плохо, ребят, если колонка потухла или если она под подписки. Алиса, привет! Надо ее подключить. А где подключение? Ты
Это видео подходит к концу. Если понравилось это видео, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если хотите реакцию видео с ТикТоки, мы сделаем вторую часть. Но если кто-то из них нам в ТикТоке написал, хочу тоже эту часть сделать. Давайте, мы в следующий раз выпустим какое-то видео. Вторую часть. Хотите? Будет 50 лайков, будем снимать. Давайте, пока!